Добрый день, мои дорогие и уважаемые подписчики, гости канала, уважаемые коллекционеры, любители истории и старины, случайный зритель моего скромного канала «Старины и антиквариата», на связи канал «Что в старой шкатулке», всех приветствую, друзья. Всем мира, добра, хорошего настроения, крепкого здоровья, мир вашему дому, отличных, добрых вам, позитивных выходных. И сегодня у нас новое видео, новый обзор. Уже полюбившаяся постоянная наша рубрика «Работа с населением» и «Мои покупки у населения». Итак, позвонил ко мне один человек, предложил выкупить служебный головной убор, друзья мои. Вот такой вот служебный головной убор военно-морского флота. Очень редкая вещь в моих краях, потому что такие предметы очень редкие. Приносят их очень мало. Ну, конечно же, я их с удовольствием выкупаю для коллекции. Захотел он за него 100 гривен, конечно же, я с ним встретился, но такая вот приятная новость, когда выходил из дома, нашел 50 гривен. Получается, что без козырка мне обошлась всего лишь 50 гривен. Ну что же, друзья мои, давайте знакомиться, посмотрим, что же я выкупил, что принес нам выходной день. Интересный предмет, в отличном, хорошем состоянии для всех коллекционеров униформистики, главных уборов посвящается, друзья мои. Пишите свои комментарии, комментируйте данное видео. Не ленитесь, вы знаете, что на все комментарии я отвечаю, друзья мои. Итак, давайте посмотрим. Мореходная школа военно-морского флота. Смотрите, все сохранилось, надпись в отличном состоянии, лента хорошая, в отличное, все читаемо, друзья мои, бескозырочка, вот такая вот славная, добрая бескозырочка, славным, добрым прошлым, это наша история, друзья мои, молью не битая, все отличное, смотрите, сейчас все вам покажу, смотрите, состояние очень хорошее, к сожалению, отец его умер, ну вот, пожалуйста, сын решил продать память отца, ничего не поделаешь, друзья мои, есть то, что есть. Пускай лучше она будет у коллекционера, чем ее потом где-то выбросят куда-то на помойку. Так, вот такая вот кокарда в алюминии. Смотрите, красная звезда. Лавровый такой вот венок. Белый кант, друзья мои. Лента. Якоря вот такие, смотрите. Все сохранилось. Отличное, хорошее коллекционное состояние этой бескозырки. Очень рад, что именно она мне сегодня попалась. Радует и меня, и вас таким вот скромным обзором служебных головных уборов военно-морского флота. Так, давайте посмотрим, здесь у нас есть. Так, объединение Ладога, размер 57, город Ленинград, друзья мои. Ленинграду привет, Санкт-Петербургу. Мира вам, добра и хорошего настроения. Всем крепкого здоровья, друзья мои. 1970 год. Уже больше 50 лет этой бескозырки. И она дошла до нашего времени. Вот фамилия владельца Калинин. Славная, добрая фамилия Калинин. Объединение Ладога, друзья мои. Состояние. Смотрите, какое хорошее состояние, друзья. Видно, что человек не дорожил. На день военно-морского флота, может быть, и одевал. Встречался со своими друзьями, с кем учился, с кем служил. Стояла она у него, наверное, где-то на самом таком почетном месте. Но, к сожалению, сын решил ее продать. Хорошая бескозырка, отличный предмет, пополнение в коллекции, друзья мои, день не прошел даром. Вы знаете, что я снимаю покупки у населения, у меня секретов нет, то, что люди принесли, конечно же, все вам показываю, друзья мои. Все, вот такое вот у нас сегодня коротенькое видео, такой вот коротенький обзор на канале «Что в старой шкатулке». Будем ждать новых покупок, новых приносов населением. Конечно же, все буду показывать на своем канале, что в старой шкатулке, друзья мои. А вы подпишитесь на мой скромный канал. Ну и, конечно же, друзья мои, напишите свой комментарий, что вы думаете, что вы собираете, что вы коллекционируете. Ну и, конечно же, что бы вы еще хотели увидеть на моем канале.
скромном канале старины и антиквариата. Все, всем мира, всем добра, всем хорошего настроения, всем крепкого здоровья, друзья мои. Собирайте, коллекционируйте историю. Не давайте предметам уходить куда-то в утилизацию, на помойку. Выкупайте и коллекционируйте. Всем жму руку, удачи, до новых встреч в эфире. Ждите новые интересные видео, новые интересные обзоры на канале «Что со шкатулки». Всем пока, удачи, хороших, мирных вам добрых выходных и крепкого здоровья. Пока!